Так, друзья, вот такой вот салатик. Немного подсолнечного масла. Вкусные розовые мясистые помидоры. И лепешка. Лепешка? Да, с лепешкой будет прям хорошо. Я гурман. Куда ты все ложки пьешь? И сладкий, мелко нарезанный щавель. Вот так вот. Салат весенний. Щавель сладкий. Он потом постоит и пропитается. Помидоры ароматные. Они такие. Прямо, как объяснить, такие мясистые. И щавель сладкий. Такой придаст. Больше не надо ничего. Чуть-чуть. Капельку сальцы. Буквально, ну, вот так вот. Подсолнечного маслица. Салат весенний. Прям-таки. И всего-то два ингредиента. Мясистые без курочки почистить розовые помидоры. Ну ладно, хватит мешать, уже сейчас помидоры все разомнут. Нормально ты уже все размешал. Тут просто щавеля много. Давай, отец, с лепешкой. Сейчас, подожди. Подожди, сейчас. Не снимайте в труселях. А тогда поворачивайся к окошку, садись сюда. Давай, нет, я как его не буду садиться, я постою. А, ты стоишь? Шла! Я не... Ну, повыше. Ну, как ты снимаешь? Руки у тебя рабочие, так что внимание не обращайте. А. Встань, так не видно, я не могу снимать твое ухо. Извини, без обид. Но это дело так не годится. А лепешку можно положить сюда? Не. Она очень красиво будет смотреться. Всего два ингредиента, салат готов. Великолепный сладкий щавель и сладкие сочные помидоры. Чуть-чуть капля сальцы и маслица. Великолепно.